Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и обновление прямо сейчас загружает Play Market и App Gallery. Вы просто будете в шоке, присаживайтесь поудобнее, прямо сейчас прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем. Но если ты ждешь обновления прямо сегодня, прямо в эту секунду прожми лайк и подпишись на мой канал, посмотрим, сколько нас таких, потому что, ребята, обновление уже прям сегодня должно выходить, так что лайк, подписка, поехали. Ну что же, дамы и господа, всем большой привет, и я вам хочу сказать только одно, то что обновление будет очень-очень скоро. Ребят, заранее приношу извинения, то что мое прошлое видео было, ну, не совсем таким, потому что разработчики немножко переместили дату. А переместили они дату, скорее всего, это мои предположения, именно на сегодня, максимум завтра. Почему именно так, я вам покажу пруфы. Прямо сейчас, ребятки, если вы перейдете на рынок, мы видим то, что рынок открыт, все работает, все окей. Ну а сейчас есть одно очень важное дополнение. Сегодня в 5 утра, также вчера, рынок закрывали. Да, была такая вот надпись «Закрыто на учет», попробуйте позже. Что же это означает? Это означает, что разработчики на рынок, скорее всего, но уже в новой версии, добавляли какую-то новую коллекцию, возможно, какие-то новые ножи, возможно, они тестировали, возможно, они что-то проверяли. Они специально это делали рано утром, чтобы никто не обращал на это внимания, чтобы никто не акцентировал на этом внимание. Но мои подписчики сделали скрины и отправили мне вот это. То есть мы видим то, что сегодня, ребятки, с утра был закрыт рынок, и скорее всего там тестировали новую коллекцию Dragon Rise. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, возвратимся с вами немножко в прошлое. Если помните обновление 0.15.0 или 0.14.0, то именно в те моменты точно так же закрывали рынок. Значит, что же это означает, что обновление уже, ну прям капец, как близко, если же даже рынок закрывают. Также, ребятки, согласитесь со мной, что судить только по фактам, что рынок закрыли, обнова будет скоро, это очень глупо. Поэтому у меня есть еще один факт. Да, я специально подготовился. Мы, ребятки, переходим в веб-галлери. Смотрите, и когда мы пишем Standoff 2, давайте прямо сейчас при вас напишу Standoff 2, то мы видим то, что тут есть какая-то очень подозрительная акция. Вот прямо сейчас на моей башкой. Вы спросите, а что же это такое? С чем его едят? А давайте-ка мы, ребятки, разглянем с вами поближе. Это скидка на Battle Pass в новом сезоне. Это не руфл, это не шутка, это не фотошоп. Переходим в веб-галлери, и там реально скидка на новый Gold Pass. Но есть одна небольшая проблема. А Gold Pass-то в игре-то нету. Значит, что же это означает? Что уже обновление насколько близко, что уже даже акцию добавили. Но, ребята, это очень очевидный пруф, поэтому обновление должно выйти или сегодня, максимум завтра. Обязательно подпишитесь на мой канал, потому что именно у меня на канале будет вся информация. Скидка действует с 18.07 по 31.07. Значит, я думаю, то, что новый Gold Pass уже вот-вот-вот должен быть. Ну, 18 он не вышел, потому что это воскресенье, а вот 19 понедельник, вполне вероятно, что обнова будет прямо сегодня. Ну, а прямо сейчас, ребята, во время съемки этого видеоролика, Standoff просто взял и выключился. Значит, очень большая вероятность, что разработчики просто что-то тестируют и сервера не выдерживают. Значит, обнова будет реально очень-очень близко. Но, помимо всего этого, да, кстати, я уже зашел с третьей попытки, но помимо всего этого, самый главный пруф, то, что обнова уже, вот прям шажками подходит сюда, это то, что есть сливы пакета в новой коллекции. Есть не просто сливы пакета в новой коллекции, есть абсолютно полнейший слив всей новой коллекции. Да, ребята, я тоже в шоке, это самый полный слив всей новой коллекции. Притом это не просто новая коллекция, у нас же есть Empire коллекция, у нас же есть коллекция Dragon Rise скинов, есть Dragon Rise стикеров, есть Dragon Rise брелков, у нас, короче, ребята, не знаю, есть сливы абсолютно всего. Ну что, давайте по порядку. Первое — это Empire коллекшн. Это, ребят, что же в нее добавят? В нее добавят новую М-ку, дальше добавят новый АВМ и 4 пары перчаток. Я считаю, это очень круто, потому что мне мои перчатки уже надоели. И, честно говоря, я очень надеюсь, что новые перчатки будут не говно. Так, смотрим дальше. Dragon Rise Collection, именно скины. Что же еще добавят? То есть есть Empire Collection, есть Dragon Rise Collection. Ну что ж, то есть коллекция с Gold Pass и коллекция конкретно с кейса. Смотрим дальше. Что же у нас есть в Dragon Rise Collection? Это коллекция с кейса. Будет новый Дигл, будет М60, это все арканы, это я вам говорю просто про арканы.
Дигл, Якудза, дальше М60, Меша, дальше 6 новых ножей. Это что-то нереальное. Вы понимаете, вы хоть раз в жизни видели где-то 6 новых ножей, мать его, как? Разработчики, я вас люблю, я очень сильно буду ждать. У меня такое ощущение, что это не один кейс, а два, потому что я не знаю, ну как? Как может быть такое в одном кейсе 6 ножей? Ну ладно, смотрим дальше. Дальше у нас идет коллекция стикеров. Тут есть конкретно две арканы. Это Neon Dragon и Zen Ship. Ну, в принципе, ничего такого интересного. Дальше брелки. Брелки это прикольно будет. Charm Golden Dragon. Это, как я понимаю, будет какой-то золотой дракон. Это реально будет очень крутой брелок. Я с радостью его надену. Также будет Charm Sail. Ну, мне кажется, это будет так себе брелочек. Что-то наподобие быка. И да, ребятки, я напоминаю в последний раз то, что Furious коллекция выйдет на рынок. Ее больше никогда не будет. Но помимо Furious коллекции, да, посмотрите, сколько я закупил. Помимо Furious коллекции, я себе также, ребят, внимание, закупил очень много разных керамбитов. И еще закупил Rainbow стикерпаки, потому что, как мы видим, есть сливы новых стикерпаков, значит, Rainbow стикерпаки с большой долей вероятности просто-напросто уберут на рынок. Потому что они уже очень долго в стендофе, они уже всем надоели. Поэтому, дамы и господа, мы однозначно будем ждать все эти Rainbow стикерпаки на рынке. По поводу клана Excel Bolt, что же я могу вам сказать? Потому что многие из вас пишут, мол, кентуха, посмотри, что у них и как это. Например, у нас есть на данный момент только один тестер в сети. И что же он делает? А он даже не играет в ММ. Он даже не играет в режим 2-2. Он даже не играет на карте Японии. Знаете почему? Потому что тесты карты Японии, тесты режима 2-2, все это пришло к концу. И все это, ребята, закончено. Вот просто давайте прямо сейчас нажмем еще на какой-то тестер. Например, LQA Hold Javel. Просто посмотрите. Последний тест был 16 числа. Сейчас они не тестируют, потому что уже обновление на 100% готово. Им осталось просто загрузить Play Market. Осталось просто, чтобы обновление прошло модерации Play Market. И, в принципе, мы с вами можем с чистой душой играть в это обновление. Поэтому, если вы ждете обновление, не забудьте на меня подписаться, поставить лайк, потому что я самый первый сниму обзор на эту обнову. Ну что же, господа, в принципе, на этом все. Обязательно подпишитесь на мой Twitch аккаунт. Там я разыгрываю 50 тысяч голды на 1000 подписчиков. Ну, пожалуйста, подпишитесь. Все, ребята, ждем обнову. Всем удачи. Всем пока!